Мяк. Хорош. А я по нему попал, савапы? Наверное. Бля, я в одном хп, пиздец. Хуя еще донатят? Чего, блядь? Чего? Фадей, блядь! Ты чё делаешь, нахуй? Охуеть, 10 тысяч, блядь! Охуеть! Бля, спасибо тебе огромное! Охуеть, бля! Пусть у тебя все будет охуенно, Фадей. Ты просто почаще приходи, не так дохуя донатить, бля, 10 тысяч, ну чувак, ну чего? Ну просто, ну типа, приходи на кастрит, донать по 100 рублей, общайся, вот это все. А то я ж, блядь, ёжка рожу. Спасибо тебе огромное, твое здоровье. Пиздец, блядь, ты чего? Мяк. И этот самый топ-донатер у нас. АВ Фадей, короче. АВ Фадей. 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 У тебя что, сегодня зарплата 4 числа, да? Я не знаю. А я все сказал уже, блядь. Зачем еще 10 кусков? Я перемотай стрим на 3 минуты назад, блядь, и переслушай все, что я... Спасибо тебе. Я не знаю, что говорить в таких ситуациях. Спасибо тебе огромное. Пусть... Если у тебя есть собачка, котик, родные, пусть они все живут долго и счастливо. Спасибо тебе, прекрасный, ты замечательный человек. Твое здоровье за тебя. Правда. Мяк? Блядь. Смотри, а под фрутисом валяется. Вадим, ты заебал! Возьми калаш. Моя лапа. Вадим, не играй с домовиками, пожалуйста. Вадим, ты не подчинился прямому приказу? Фадей, блядь! Не надо, ну ты чего? Фадей, блядь! Меня Лёха распнёт, он и так со мной не играет, блядь! Фадей, да ты чего? Гриска же все это потратит, блядь! Она, ты посмотри, она спит, но она коварна, все это пробухает. Спасибо тебе огромное. Мы постараемся максимально, типа, это самое... Пробухать. Спасибо тебе огромное. Ты прекрасен. Москит не стоит. Мне задонатили 10 тысяч. Мяк. Нахуй я ВП купил? Кирилин. Ковры. Кирилин, смотри. Кирилин. Кирилл, ты конченый! Я хотел тебе просто скинуть ее, но я в итоге сдох, потому что ты долбоеб! Сука мрачная! И ты сдох, блядь, с ней! Мудила! Блядь, и Фрутис не тащит! В смысле? Мяк? Вадиму отдал, блядь. Да, бомба Б, в смысле. Как хорошо, что я М-ку Вадиму отдал, пиздец. Единственное здравое решение за весь стрим. Фадей. Москит. Долго сидеть не могу. Сегодня турнир по тайскому боксу у меня. Надо поспать. Фадей, огромных тебе респектов, успехов, и пусть у тебя все получится. Выеби там всех, блядь. Пусть они узнают, что такое вот-вот сосать, как Вадим. Твое здоровье, пусть у тебя все будет прекрасно. Мяк? Че, пацаны, это эйс, да? Да нет. Не спится жесть, мандраж присутствует. Согласен. Фадей, блядь, ты чё делаешь, нахуй? Фадей, блядь, у нас же ключевой раунд, блядь, на пистолетке. Почему 10 тысяч, пацаны, блядь?
Вывозите как хотите, я выпью за прекрасного человека, которому не спится. Фадей. А, бля, накануне же даже пить нельзя, да, получается, блядь? Это ж турнир. Иди на... Мандраж. А ты смотри стрим, да и хуй с ним. Просто, типа, твое здоровье, пусть у тебя все будет охуенно. За тебя. Не время здесь. Мяк? Что за хуйня? О, достающее звено от большого взрыва. Хотя, блядь, нет, это короткий какой-то. Хотя, не, нормально. Мандраж всегда есть перед турнирами, не знаю почему, но потом уверенный выходишь, точка не перегореть только. Фадей, ну правда, ну перестань, ну пожалуйста, ты чего такими суммами донатишь, мне же... Вот, мяк. Так, как с Дэнни? Мы с Дэнни сыграем. Фадей. Матерь божья, блядь, 70 кусков. Ну, в смысле, всего. В смысле, еще... Это же... Я ж правильно считаю? Я... У меня... Да. До этого было 60, говорил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я, понимаете, я 10 тысяч по единицам считаю. А что еще сказать? Домине Патре, эт Фили, эт Спириту Санти, Амено. Фадей. Да благословят тебя боги, Юпитер и ретроградный Меркурий. Пусть у тебя все будет охуенно. Пусть, блядь, ты затащишь, как боженька. Пусть, блядь, все, кто сразятся с тобой, блядь, лососнут такого тунца, которого никогда-никогда в жизни не сосали. Просто полные щеки охуенного морского, блядь, в 500-килограммового тунца. Пусть все, кто, сука, просто подумают, что могут, вот хоть на секундочку подумают, что могут, блядь, превзойти тебя. Пусть вот у них полные щеки, блядь, 500-килограммового тунца появятся, чтобы, блядь, у них просто... Их мировоззрение вместе с их чувством собственной важности просто по пизде рвануло. Вот, а ты их возьмешь и просто выебешь. Потому что, блядь, ну а как по-другому? Я не знаю, как по-другому может быть, когда, блядь, человек донатит 10 кусков, блядь, 7 раз подряд. Вот, либо ты их выебешь, либо ебаный мир порвется. Вот просто, честное слово, смотри Станислава Дробышевского. Ложись замечательно спать. Просто вот смотри, выключи мой блядский ебаный стрим. Смотри, это мой стрим — это чепуха, это пустота, это просто ебаный фоновый шум, это пыль. Вот выключи его, включи Дробышевского. Он спокойненько, размеренно расскажет тебе про то, как космические корабли браздят вот все вот это вот, ну, это Сурдину космические корабли. Дробышевский, он больше про антропогенез, ну, типа... Но суть ты понял, короче. Он тебе расскажет, как обезьяны превратились в людей. И ты такой, блядь, я, сука, им всем пасти порву. Вот с этой прекрасной мыслью ляжешь спать. Вот, пусть у тебя все будет охуенно, братан. Спасибо тебе огромное. Ты потрясающий. Спасибо, правда, от души. Никогда не забуду. Твое здоровье. Очень круто. За тебя. Очень длинный тост был. И хороший. Я постарался. Мяк. Да схуя ли я проснусь только к вечеру? Когда к нам четыре... Почему нас меньше станут? Надо же становиться больше! Кейн! Куда, блядь, пошли? Он не может подключиться к нам. Я не знаю почему. Фадей! Ты чего, блядь? Фадей! 80 тысяч за стрим! Фадей, задумайся о смысле эту цифру!
80 кусков! Ты задонатил за стрим бессмысленному жирному долбоебу в кепке 80 тысяч! Эту сумму я, правда, зарабатывал за съемки двух видосов, то есть фактически за час, а стрим длится... Сколько? Ну, просто для любопытства. А стрим длится 7 часов. Ну, это просто вейпинг. Я не знаю, что говорить. Фадей, блядь, разорви их всех нахуй. Фадей, блядь, пусть они... Вот знаешь, чё, вот... Пусть их дисквалифицируют за то, что они попытаются отсосать у тебя член. Просто вот ты заходишь, типа, такой в ринг, а они такие на колени сразу и рот открывают, и лапки тянут к шортикам. Вот. И типа, а их за это такие, а пошел ты нахуй, пидорас. А они такие, нет, только член Фадея, только он меня спасет. Вот, пусть они будут все такие. Хотя какая-то будет победа. Пусть они чуть-чуть посопротивляются, а потом такие поймут, что член Фадея это то, что им реально нужно по жизни. Спасибо тебе огромное. Я больше не знаю, как благодарить. Я... Ты лучше, чем, блядь. Ты лучше, чем... Солнце, ты лучше, чем Луна. Нет, Кеш прекрасен, как рассвет. И лучше Кеша быть не может ничего. Только ты. Ну, просто, типа, в моей жизни, типа, самое прекрасное — это моя женщина, потом самое прекрасное — это мой кот, а потом, вот, видимо, идет Фадей. Потому что ты топовый донатер за все время. И, типа, бля, я... И даже вот счетчик топ-доната, блядь, я не знаю, как выразить эти эмоции. Когда тебе за один стрим столько донатят. Мяк. Фадей. Фадеюшка. Ты что делаешь, блядь? Восемьдесят, да? Блядь. Сука. Я типа... Да. Блядь, диктуй адрес, мы выезжаем отсасывать, блядь, сегодня. Ладно, шутка, отсасывать мы не выезжаем, но... 90. Чё 90? 90? Угу. Походу выезжаем, да? Нам задонатили 90 тысяч рублей. Зэк, сегодня придется поработать. Фадею надо расплавиться. Сложные мероприятия. Мяк. Это лом. Фадей! Блять, как мне играть-то в эту игру? Подожди секунду, я правда, мне важно сосчитать. Я просто я хочу полностью охуеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 100 000 рублей. 100 000 рублей задонатил мне Фадей.
А я как бы... Мяк? Я понял, да? Угу, шорт. Это так важно, бля. Вот эта вся игра... шорт, да. Нужно, нужно выебать противника. Я... А я, пожалуй, посижу тут, блядь. Приклад. Пососу. Похуеваю малёху. Ничего же, никто не против, да? Ну вот этот педрило точно не против. А вот, вот его старший друг точно... Минус 88. ФАГЕЙ! СТОДЕСЯТЬ, БЛЯДЬ, КОСАРЕЙ! Это 11 котов! 11, блядь! А, нет, подожди, я же своего за 11 купил, да? 10 котов! Что ты делаешь? Я за первый, да, за предпоследний не успел выпить. Что ты? Фадей, пожалуйста, выиграй, блядь, этот бой. И... блядь, что происходит, блядь? Я просто в ахуе. Ты чего делаешь вообще со мной? Видишь, даже... А ну сними одеяло. Ага. Ну ладно, не снимай. Блять, я... Даже Гриска проснулась, я... Блять, я в ахуе. Чё ты... Я... Как мне тащить? Видишь, смотри, 0-3. Я просто, типа, вот это вот... Блять, спасибо тебе огромное. Я... А как же я, типа... Дякую за подтримку. Я не... Аригато сэймасэй, сэнпай! Твое здоровье, братан, я... Я надеюсь, ты завтра, блядь, затащишь прям... Мяк? Бля, московское болото... Дэнни косплеит, да? Он просто в болоте. Я понял. А я помогаю. Бэйзи? Фадей! Фати, блядь, ты чего? Как я что, я должен играть же, да? Я, да, как, а у меня деньги есть, я... Да, у меня есть, у меня нет денег, я... А мы поменялись командами, да, а надо снаряжение купить, блядь, я... А, это мячик, о, давай его погоняем. Кто забил мячик в очко, тот выиграл, так же это работает. Блять, я ебал. Спасибо тебе огромное, Фадей. Пусть у тебя все будет прекрасно. Золотой ты человек, замечательно. Я, пожалуйста, можно я буду просто, завалив ебальник, за тебя пить? Пусть у тебя все получится. Я сбился со счета, сколько ты задонатил. Я за тебя, брат.